Главный секрет, как правильно знакомиться. Знакомиться нужно с единственной целью – ради взаимного интересного общения, не с какими-то материальными, либо сексуальными целями, либо находиться в поиске буквально с бегущей строкой на лбу, ищу мужа или жену, а лишь человеческий интерес к тому, с кем вы общаетесь. Буквально распахнув глаза, открыв рот, вы слушаете и узнаете человека, с которым вы познакомились. И тогда, я уверена, знакомство будет иметь продолжение. Главный секрет, чтобы вас все влюблялись. И этот секрет очень прост. Стать источником кайфа, такой солнечной батарейкой для других людей. Что значит быть источником кайфа? Это найти себе в какие-то ресурсы, любые, эмоциональные, материальные, которыми вам хочется делиться, из позиции изобилия, радости и удовольствия дарить это другим людям. Не так, что я тебе какой-то свой ресурс, чтобы купить твою дружбу, твою любовь и внимание, а потому что вам действительно доставляет это огромное удовольствие. Подумайте сами, где вам хочется быть, рядом с каким человеком вам хочется находиться и возвращаться ему, к нему вновь и вновь, к тому, рядом с которым вам тепло, кайфово и классно. Вот станьте сами таким источником счастья, кайфа и удовольствия для других людей, и люди будут в вас влюбляться.